«Авангарда» по игре в атаке самые худшие – это первые периоды. «Авангард» забросил во всех играх этого стартового сезона всего две шайбы, а «Сибирь», точнее, «Сибирь» забросил две шайбы, а «Авангард» одну. Причем «Сибирь» это сделал как раз в матче. А вот сейчас выход 1-0. Игорь Гераськин на 62-й, 63-й секунде встречи открывает счет в этом матче. Ну и сразу нам показали Дэвида Немировски. Слушай, ну обескураживающее начало, причем... Обычно, я добавлю, обычно «Сибирь» на первых секундах удаляется, а тут сразу же пропускаем. И вот теперь у «Авангарда» две заброшенные шайбы. Ты только проговорил, да, про это. И, соответственно, вот она от Игоря Гераськина. Но, если честно, как раз матчи против «Нефтехимика» в шестом, том самом домашнем, Рид Буше забросил первую шайбу «Авангарда» в первом периоде в этом сезоне. И вот у меня было такое впечатление, что...